с участием главных тренеров команд. И первое слово представляет главный тренер Сергей Малыш Новосибирск. Лихачёв Сергей Иванович Пыгрев. Ой, Евгеньевич, извините. Можно сказать, что Зоркий диктовал свои условия, но мы что старались нейтрализовать атакующий порог. К сожалению, сегодня натворили бед очень много в обороне. Необязательных ошибок, я считаю, которые привели к голам. Ну и безобразно, конечно, вратарь сыграл. Первый тайм определил практически дальнейший ход событий. А там уже Зоркий, наверное, играл по счету больше в откат. И хорошо использовал быстрые контратаки. Мы немножко стали раскрываться. Ну и тут, соответственно, обилие голов. Так и... Обмен ударами открытый пошел. Обе команды продемонстрировали, наверное, больше атакующих хоккей. Движение, по движению, я считаю, мы неплохо сегодня делали. Ну, конечно, в обороне я давно не видел такой безобразный серии. Наверное, все. Спасибо. Ну, в целом, конечно, сказывается, что пропустили два тура. И была возможность с одной стороны отдохнуть, с другой стороны все-таки выбиваешься из вот этого темпа игрового. И видно было, что даже вот по начальным там, 15-20 минутам Сепсельмаш очень хорошо двигался. И движение было намного, намного мобильней, выглядела команда. Хорошо вовремя забили, хорошие моменты успевали создавать. Но, в принципе, договорились играть по возможности с быстрым переходом в атаку. Ну, что-то получилось, что-то нет. Но, в целом, доволен результатом, доволен тем, что Петя Захаров набирает форму. Поэтому, я думаю, что немножко выйдем на уровень, выйдем, может быть, когда-нибудь в этом сезоне все-таки сыграем в полном составе. Пока в целом доволен игрой, доволен результатом, и ребята, я думаю, что сыграли такой очень важный матч по самоотдаче, по ответственности к моментам. Так, наверное, так и я. Спасибо. Вопросы есть? Вопросов нет. Спасибо.